таком составе специалисты собираются в Сочи уже во второй раз. Ключевые участники – крупнейшие города Кубани и Адыгеи. Это преподаватели, ассистенты, доценты, терапевты, гастроэнтерологи, педиатры, эндоскописты, хирурги и врачи других специальностей. Главные темы 96-й летней сессии Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологов – это гастрит, желчекаменная болезнь, цирроз печени, заболевания желудка. Темы очень актуальны. Уже, в принципе, те знания и тот опыт, которым мы обменяемся на данной конференции, однозначно будет востребован в нашей ежедневной практической деятельности. На подобных сессиях школы гастроэнтерологов и гепатологов врачи получают последнюю информацию мирового уровня о достижениях, разработках, перспективах развития всех направлений гастроэнтерологии. Школа служит единственной общественной структурой непрерывного послевузовского развития врачей этого профиля в России.